Довотс на Уэйра. Каспер свою попытку с дальней дистанции пробует и попадает. Ковидж, ой, как здорово на паузе! Петербургцы не смогли, казалось бы, верный отскок забрать и могут получить трёху. Что и следует, Иванухов наказывает. Милутинов просто пробегает, здесь готова выйти двойная опека от Фрейзера. От Ухова страхует, Ухов трехочковый, попадает. Огромный объем работы выполняет. Пытается спеть за Уэйром, а пока Ливио Занза. Теперь 1. Каспер на Ливио. Любопытно, Эртель накрывает его уже второй раз Занжар. Пятерки с Ливио Жан-Шарлем на позиции пятого. Каспер не забивает, но Жан-Шарль добавляет и выводит армейцев вперед. Те, кто прямо сейчас на паркете. Жан-Шарль получает на Давидова Цадея.